Нужно просто избегать всякой грязи, пошлости и мерзости, просто не реагировать на это, даже если количество клонов порой не клонов, это, они называются боты и тролли. А давайте, как говорится, не реагировать на это, а уж тем более они такие, они же сказочные все равно. Вы представьте, что ты тролли из сказки, такой из Пергюнта. Поэтому, ну, вот они такие, они тролли. Поэтому не реагировать на это, а реагировать на нормальных людей, а уж тем более на поклонников, это очень важно. В этот момент действительно того самого необходимого общения, которое необходимо им, и становится необходимым мне.